Вот, очень плавно и аккуратно это все делай. Дальше у нас юбка, которая, ну, я вам так прям показывать все не буду, конечно же, вы должны все сами понимать. У нас есть юбка, допустим, она в одежде. Все, что мы можем сделать, это трогать ее попу, и когда мы ее массажируем, мы аккуратно вот так вот, типа, юбку начинаем вверх за счет массажа этого сдвигать, так что у нее попа начинает оголяться. Ну, когда у нее оголится попа, естественно, мы начинаем массировать ей ноги, попу. Она уже понимает, что акцент с ее спины ушел на ноги и попу. Начнет ли она возбуждаться? Вопрос. Начнет. Она начнет Сразу. возбуждаться, да.